На Красноармейской, 14, в торжественной обстановке открывают дом семейного типа. Ключи от комфортабельного жилья получают родители 10 детей. В подарок новоселам сертификаты на бытовую технику, мебель, ноутбук и компьютеры. Для юных непосед – самокат, велосипед, игрушки и школьные принадлежности. Спасибо вам, Оксана Николаевна, Игорь Валерьевич, то, что вы приняли на себя такое решение. Я знаю, что этот дом будет полон улыбок. Все лучшее детям. Возле двухэтажного коттеджа обустроена площадка с безопасным покрытием. Качели, беседка, лавочка и деревянные макеты машин. Для веселых игр на свежем воздухе созданы все условия. В большой семье Луцкиных спорт на первом месте. Старшие дочки Валерия и Кристина вместе увлекаются пешеходным туризмом и младших заодно приобщают. Когда появился новый дом, стало очень-очень весело. Мы, не отходя от дома, гуляем на площадке, катаемся на самокатах и на великах. Мы играем в постоянные подвижные игры, мы играем в волейбол, в баскетбол, учим также младших волейбол играть. Потом догонялки можем погулять, в заморозки побегать, попрыгать. Под крышей этого дома царит уютная атмосфера. Полки пестрят книгами. Любовь к чтению здесь прививают каждому ребенку. Хватает времени для игр. Мальчишкам здесь скучно не бывает. Вместе смотрят мультфильмы и устраивают гонки на радиоуправляемых машинах. В воспитании детей активное участие принимает глава семейства. Сейчас пока будем заниматься благоустройством участка. Вот. Люблю работать с деревом и хочу это привить детям. Вот. В планах поставить беседку, дополнить игровую площадку домиком. Ну, мансарду может сделать, что-нибудь еще. Но, опять же таки, с участием детей. Любим велопрогулки, походы на природу просто. Любим посещать другие города. В ближайшее время старший просит на рыбалку с ним съездить. Вот, планируем. Безграничная любовь. Хранительница очага и счастливая мама с детства знала, что создаст большую и дружную семью. Ведь сама росла в многодетной. Для нее дети – смысл жизни. Позади работа в доме малюток, садиках и школах. О воспитании женщина знает все и даже больше. Вся моя любовь около детей. Я даже образование получала только, что касается воспитателя, учителя. И это мое. Приятно быть с детьми. Мне нравится с ними общаться, заниматься. Вот какие-то выводы их мне нравятся, заключения, жизненные позиции, которые они вот в своем вот детстве, вот как дети понимают. Они так хотят быть взрослыми. Хотя я им говорю, не торопитесь, все бы свое время. Но однако очень интересные дети. Один за всех и все за одного. Секрет семейного счастья у Луцкиных простой. Совместное времяпрепровождение, поддержка и уважение. Сердца мамы и папы наполнены любовью к детям, ведь каждый из них по-настоящему родной. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.